Приветствую, дорогие друзья, с вами Пеликан, и сегодня будет фанфик про главную звезду российского интернета, а именно про Александру Спилберг. Надеюсь, мой канал не забанят. Фанфик называется «Жизнь Саши Болконской», первая глава. Знакомство с принцессой. Плохое утро. Всем привет, меня зовут Саша, я идеальная девушка. И однажды я решила, что могу поделиться своей красотой со всем миром. Я стала снимать видосы. Сначала я со всеми хорошо общалась, но когда у меня стали появляться накрученные подписчики, я поняла, что я реально звезда. Все стали мне завидовать, даже прокладками обкидали. Но я не злюсь, ведь все мы знаем, что зависть делает с людьми. Я отличная певица. Многие говорят, что я ору, а не пою. Ну понятно, врут. Я могла бы рассказывать о себе часами, но времени нет. Надо покупать пиар. Сначала я расскажу вам о всех происшествиях и людях, которые меня бесят. А потом пойдет моя личная житуха звезды пизды. Пизды. Да что ж такое? Пизды. В жопу. Как-то я заметила видео одной девочки по имени Милена. Она сняла видео о тестировании косметики на животных. Между прочим, я это поддерживаю. Надо тестировать. Ее видео подпортило мою репутацию. Не знаю, почему люди такие глупые. Я рассказала все своей мамке, и она сказала, что отомстит. И да, нам представился момент. На видео People моя мамка чуть не придушила ту Милену. Ха-ха, на самом деле она милая и искренняя девочка. И очень открыта со своими зрителями. Мне такие не нравятся, потому что они не продают пиар. А еще Соня Есьман, ТП, потому что она отказалась пиарить меня. А еще Синяк, падла, про меня видео снял. Мне это так взбесило, потому что он сказал правду, а я правды боюсь. Ладно, хватит обо мне прекрасной. Поехали, детка-прокладка. Утром я проснулся от странных ощущений в голове. Просыпаюсь и смотрю на простынь. Я протекла. Какого черта? Подумала я. Я взяла телефон и набрала маме. Алло, мама, я протекла. Купи прокладки. Ты ведь рекламируешь прокладки, а у самой их никогда под рукой нет. Ну что за дела? Ладно, скоро привезу. Я просто засияла от счастья. Я прождала целых 20 минут. И наконец-то мама привезла мне это чудо. Кстати, пока я ждала маму, я придумала идею для своего нового видео. Я взяла прокладки и попорхала как бабочка распаковывать это чудо. Закончив дело, я была очень довольна и стала делать, как всегда... 1093746 4 фото перед тем, как позавтракать. Хм, что-то не так. Точно, камера заляпана. Придется экономить на Праге и покупать новый iPhone, потому что заляпанная камера никуда не годится. Хотя я могу купить и пиар, и новый iPhone. Бабок же да у меня. Да что ж такое? Решено! Я решил зайти в Инстаграм и почитать комментарии своих фанатов, ведь благодаря им у меня стало больше денег. Я хотел почитать нормальные комментарии, но пришлось заблокировать половину Инстаграма. Люди в край охуели. Охуели. Да что ж такое-то, а? Я просто не понимаю, как можно не любить меня? И мы плавно переходим ко второй главе. Я просто не понимаю, как можно не любить меня? Я же королева, остальные все ничтожны. Я купила весь YouTube, и я королева. Поэтому пусть антисы засунут свое мнение в зад. Мне иногда обидно. Я трачу много денег, а меня обижают. Ну хоть Спилберги деньги приносят. Ха, наивные придурки. Я решила прогуляться и взяла с собой камеру, чтобы снять какую-нибудь говнятину. Плевать, Спилберги оценят. Я поставила камеру, села и начала снимать. Как вдруг меня бабка шарахнула по башке огромной палкой. Я закричала. За что? Бабка ответила. Не надо такое говно заливать на YouTube. Да к вашему сведению я. Прокладка ты, знаю я. Перебила она меня. Меня, вы понимаете, какое-то старое полотенце перебило и оскорбило меня. Люди, вы не люди. Капец, с такими темпами точно голос сорву. Я сфоткала свои ноги на фоне улицы, типа крутая. Выставила в Инстаграм. Гайки делают меня счастливой. Только надо еще немного докрутить, и так вообще заебись будет. Я уже смирился. Заебись. Я иду в магазин за прокладками и бритвами. Все продавцы меня там уже знают. Конечно же, я же звезда. Звезда. Я выбираю прокладки, и тут ко мне подходит какой-то странный парень. Он спросил. Сколько тебе лет, милочка? А почему вопрос? Все с тобой ясно. Он ушел, придурок неадекватный. Мама его задушит. Я сфотала бритву и пошла расплачиваться. Мне не хватило 1 рубля, поэтому в меня кинули швабру и выкинули из магазина. Ну что поделать, придется попить чай с коноплей и начать снимать свое видео. Сегодня люди не в адеквате, и этим все сказано. Ну, в общем-то, все. И знаете, что я хочу сейчас сделать? Браво! Нет, серьезно, это просто 10 из 10. Я даже сейчас плюс поставлю.
А нет, тут надо регистрироваться. Не поставлю. Мне кажется, это видео получилось довольно-таки коротким, но думаю, Саше и этого хватит с головой. И пока я не ляпнул что-нибудь еще лишнего, думаю, пора прощаться. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, там тоже все внизу, оставляйте комментарии также внизу. С вами был Пеликан. Всем пока.